Мы приехали в город Чивита-ди-Баньо-Реджо. Покажу вам такую красоту. Сейчас пройдем по этому мосту и попадем в сам городок. Городок Чивита-ди-Баньо-Реджо находится в провинции Витербо, регион Лацио, почти на границе Умбрии, примерно в 120 километрах от Рима. Мы же на 3 дня остановились в городке Монтефьесконе, который находится у озера Больсена. И оттуда до Чивита-ди-Баньо-Реджо всего 15 километров. Написано «Вендези», означает «продается». Мы были в этом городке уже не раз, но, находясь рядом, не теряем возможности еще раз прогуляться по этому городку. Приглашаю вас, друзья, прогуляться вместе с нами по средневековому городку Чивита-ди-Баньо-Реджо, по которому приятно побродить и полюбоваться видами. Сам городок по мосту могут проехать на машине только местные жители или машины, имеющие специальное разрешение. Нам же, желающим погулять по городку, машину надо было оставить на специальной платной стоянке. Цена за час – 2 евро. Если вы хотите просто погулять по городку без остановки на обед и ужин, то вам с лихвой хватит 2 часа. От парковки до пешеходного моста нужно совершить небольшую прогулку по многочисленным крутым лестницам. А перед мостом находится касса, где нужно заплатить за вход в городок в будний день 3 евро, а в выходной 5 евро. И добро пожаловать в городок, который находится под угрозой исчезновения. Городок Чивита-ди-Баньо-Реджо был основан около 2500 лет назад. Городок, как и все остальные городки, рос и развивался и был одним из самых типичных итальянских городков. Но несколько землетрясений разрушили город, и многие местные жители покинули обжитое место. В 1695 году произошло первое сильное землетрясение, которое разрушило дома и дороги. И в этот период жители начали покидать город. Потом еще несколько землетрясений, которые сопровождались оползнями и полной изоляцией. После этого, чтобы попасть в городок, люди должны были идти по ослиной тропе. А вот пешеходный мост, по которому мы сегодня шли, был построен не так давно, в 1965 году. В городке очень много кошек, почти так же, как и в Риме. В этот крошечный городок есть только один вход – через каменную арку, а окружность границ города четко вписана в маленькое пространство наверху горы. Вот мы наконец-то и добрались до городка. Ну а сейчас пойдемте погуляем. Тут очень много всяких лавочек каменных. Это место нужно увидеть. Никакие слова и никакое видео не сможет передать красоту этого городка. Очень уютный городок с прекрасными видами. Мы приехали сегодня очень рано, сразу же после завтрака, и попали в атмосферу пустынного городка. Постоянно в городе зимой проживают около 15 человек, а летом около 100. Все остальные люди – это туристы. В 2006 году ЮНЕСКО внес городок Чивита-ди-Баньо-Реджо в список 100 находящихся под угрозой исчезновения объектов. Итак, ребята, мы гуляем сегодня по городку, который в любой момент может исчезнуть.
цветущие гортензии. Перед городком Чивита ди Баньореджо находится городок Баньореджо. Так вот, до землетрясения эти два городка были одним целым. И разделял эти две части городка монастырь Святого Франциска. Много интересных построек разрушились из-за постоянных оползней. Умирающий город постепенно опускается где-то на 7 сантиметров в год. Так вот, за период с 1854 года этот городок опустился на 25 метров. Италия – одна из самых солнечных и ярких стран мира. Достопримечательностей и интересных мест здесь очень много. И если вы приехали в Рим хотя бы на 10 дней, я советую вам побывать в этом городке. О том, как сюда добраться, я расскажу чуть позже. Туалет 50 центезимов. Ресторанчик. Мы находимся на самой центральной площади этого городка. Очень жарко. Смотрите, какая красота отсюда видна. Тротерия. Отсюда открывается панорама. Здесь можно просто бродить по средневековым улочкам, рассматривать детали построек и наслаждаться пейзажами. Это полный восторг, ребята! Как же я люблю такие места! Совсем крошечный ухоженный дворик. Сразу видно, что здесь еще живут люди. Andiamo, dai.
Может, кому-нибудь из вас пригодится этот номер телефона, чтобы остановиться на денек-другой в этом городке. Вход в магазин. Очень колоритно выглядят стены домов и арки, которые увиты плющом и жасмином. А горшки с цветами обратили внимание? На улицах они придают неповторимую атмосферу. Такой дворик. Осколки разбитой вазы. Через эту арку мы зашли сюда. Такая башня высоченная. Смотрите, какой миленький дворик с гортензиями. Такая маленькая-маленькая дверка. Стол. Еще один стол. И море цветов. Пока я была в этом маленьком дворике, городок немного оживился. Ребята, вы заметили? Прошло всего полчаса, и тихий городок превратился в бойкое туристическое место. Но пойдемте гулять дальше. Как я уже говорила, в городке Чивита-ди-Баньо-Реджо очень мало местных жителей. В основном здесь гуляют туристы. И поэтому здесь есть небольшие отели, пиццерии, троттерии и сувенирные магазинчики. Вот, к сожалению, в сувенирных магазинчиках было запрещено снимать. А очень жаль. Виноград. Небольшой ресторанчик.
Печка прямо на улице. Еще один живописный уголок этого городка. А мы направляемся еще на одну смотровую площадку. Такие лавочки. И маленький уголочек с панорамной площадочкой. La tua per col cibo comune? No, no, no. No, ma non sono mai le cascate di marmo. No, non mai. Oh, che acqua mi dava, facevo, mi devo ricordare il mollettone, se no costa la niccia qua. Ma figlio? Non è che tutto vuoto è così. Andiamo, mattina, andiamo lì. La casa. Thank you.
здесь ресторанчик. Пойдемте дальше. Вот эта арка впереди является единственным входом и выходом из городка. Посмотрите, с высоты мост кажется совсем крошечным. Именно по этому мосту мы пришли с вами в городок Чивита-ди-Баньо-Реджо. Prego, prego. Как же все-таки доехать до городка Чивита-ди-Баньо-Реджо? Конечно, самый лучший вариант добраться до городка – это, конечно же, машина. На ней вы быстро домчитесь по автостраде. Другой вариант, который 100% подходит для туристов – это поезд. Со станций Термини, Остьенце и Тибуртино ходят поезда в направлении Витербо. Доезжайте до Витербо, а далее с Витербо на автобусе уже в Баньо-Реджо. Еще одна панорамная площадка. Ссылку на сайт, на котором вы можете посмотреть расписание поездов, оставлю под видео в прикрепленном комментарии. Скажу только, что цена билета на поезд с Рима до Витербо вам обойдется от 5 до 8 евро. И время в пути около 2 часов. И плюс еще поездка на автобусе. Я вам рекомендую запланировать поездку в будний день. В эти дни автобусы в Баньо-Реджо ходят чаще. А так растут капперы. Смотрите, какие большие. Огромные.
А цветочки нежные-нежные. Дорогие друзья, а наша сегодняшняя прогулка по умирающему городку Чивита-ди-Баньо-Реджо подходит к концу. Хочется отметить, что каждый уголок этого городка кажется сказочным, и в такие места, как правило, хочется вернуться. В окна выглядывает дерево инжира. В этом самом широком месте моста мы решили переждать, пока проедет машина. И напоследок еще немного видов на городок. А на этом я буду прощаться с вами. До новых видео, друзья! Я тут просто бабку, где была моя. А что, бета, я тут не буду, что? Да, я тут.
Спасибо.